Коммунальщики закрашивают, а несанкционированные надписи продолжают появляться на фасадах домов, остановочных павильонах и контейнерных площадках. Жители Нягани жалуются в социальных сетях и мессенджерах на вандальные граффити с незаконной рекламой ресурсов, занимающихся продажей наркотиков и психотропных веществ. Эту тему регулярно фиксируют специалисты муниципального центра управления. Борются с незаконными надписями на стенах жилфондов не только управляющие компании, но и правоохранительные органы. Как отмечают полицейские, тем, кто распространяет такую рекламу и пропагандирует торговлю смертью, грозит ответственность. Стражи правопорядка просят не проходить мимо злоумышленников, которые наносят запрещенные надписи. Свидетелям подобного хулиганства необходимо обратиться в полицию. У МВД России по городу Нягани предупреждает жителей и гостей города. За пропаганду наркотических средств в виде нанесения надписей в общественных местах предусмотрено административное наказание в соответствии со статьей 6.13 КоАП Российской Федерации.